Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами кино Тревогнём. И еще раз поприветствую. Сегодня мы начинаем играть в Valorant. Очень давно меня здесь не было, и сегодня в моей команде 17 уровня как раз таки находится Вейд. Чувак, по-моему, с ником Зерин. Как я понял, я также сужу Killjoy 16 уровень, будем пробовать подниматься. Наделку никакую-то там я не обещаю, поэтому все как оно будет, так и будет. Сейчас мы ожидаем начала старта и беремся за победу. Я не знаю, сколько я сегодня катек сделал, но что-то из этого получится. Честно, ребят, я не понимаю, вот почему так именно это все работает. Ну что за фигня? Я серьезно. Реально, вот как бы вообще не смешно. Потому что, ну, такого хрена. У меня так интернет херново работает. Черт, у меня просто лагает все. Так, тихо, ладно. Кто-то собрался, дядя. Прикончила. Рана! Враг на Б. Три. Остался один враг. Спайк на Б. Перезаряжаю. На меня очень все жестко лагает, что за черт. У меня очень сильно лагает все. Видите? Они ущербны. Никто... Я пока что побегаю с... пистолетом, потому что я не хочу тратиться на оружие сейчас. Заметь, очки. Супер вообще. Вот сейчас мы поставим сразу Е. Здесь вот. Аккумулятор. Так, окей. Я сваливаю. Вот как она работает. Нифига себе, она вычисляет. Это волосы жрут какие-то. Кстати, прикол, хотите, я потерял свою курилку, которую я постоянно прикурил. И купил себе вот такой примерно вейп. Оксид. Коробочка. Это просто кипец. Я сижу такой, что... Зелен, вроде бы наш человек. Остался один игрок. У меня очень сильно лагает все. Зарядов нет. Раз минус 130. Один чувак остался. 30 секунд. Судя по английскому языку в чате, какие-то люди из Польши вроде играют, потому что они пишут на польском. 100% с Польши. Спайк установлен. Вот это вот их стиль подчеркивания. Сверху ударение. Я просто сейчас не представляю, если пристрелят нафиг. Кстати, брелочек зачет. Вау, нормально. Один-один. О, симфония смерти. Так. Не бойтесь, вы к ней привыкнете. Сам там что-то покупают. Что я возьму, как обычно? На 2900 я беру вот эту пушку. И пошли. Это самая пушка, которую фиолетовая мы с вами смотрели. Я сделаю какую-то нарезку, но видос, к сожалению, будет выходить в нижнем качестве, потому что придется все же там делать. Отметила двоих.
Перезаряжу. Ага, прикончили. Меня спил. Спайк на Б. Мне, конечно, не очень нравится этот туман сраный, но это классно. Не понимаю, зачем швак оборачивается на стене. Остался один игрок. Хорош, хорош. Спасибо, чувак. Используйте их страхи. У них всех, короче. Ну или просто стреляйте. Где-то там более интересно. Давайте возьмем спектр. Спектра у меня как раз таки с брелком. Это то, что мне больше всего нравится, но у меня тут какая-то похожая проблема с ОБС. Прошу прощения. ОБС завис. Что? Да ну нафиг. Зато у меня FPS в игре стало больше. Что за чёрт? Охерет просто лаги. Ни хрена себе. Я мышкой верчу. Ни хера не происходит. Ни хера себе лаги. Чтобы вы понимали, у меня сейчас ОБС завис. То есть не стало работать какого-то хрена. А с игрой тогда что? Так вот. Ни хрена себе. А такая история, пацаны. Главная штука — сон. Всего за секунду он может обернуться кошмаром. Пацаны, если честно, я не знаю, что за хрен тут творится, но... Что-то это как-то не в лучшую сторону. Я серьезно. Это бред какой-то реально. Чтобы вы понимали, я просто вылетел из игры вообще. Так, где бы расположиться? На пинг настолько дикий, что он даже не шагнул сделать с собой. Спайк на А. Враги на А. Ну, пошлите в обход, да? Мне просто интересно. Ты где находишься сейчас? F подняться. Остался один враг. Мне просто по приколу интересно. Что... А, то все. 4 и 5. Да, пацаны. Стереть отпечатки с оружия. В преступном мире это считается хорошим. Я бы это назвал не самым удачным началом игры. Это просто капец, что я завис. У меня, короче, ОБС, а действительно там подзавис, но он работал в это время все. Записал спокойно. Время полевых испытаний. Да, еще запись работала спокойно. Потом сама уже игра начала писать, потом как бы становится все понятно. Отметила одного. Так, окей, пока мы не стреляем, идем спокойненько. Проверяем нахрен всех. Здесь никого нет, отлично. Здесь, кстати, красиво, если честно. Несколько врагов на А.
Остался один игрок. Там кто-то есть. Ни хрена, все за мной смотрят, спайк что? Спайк установлен. Спайк установлен. Сука, просто обидно максимально. Их четверо. Да им, в общем-то, и жить. Я сейчас так надеялся, пацаны. Я так сейчас надеялся. Я думал, ты так сделать это. Пора заканчивать, Санёк. Сейчас прям посередине становимся. А не пошлите нахрен сюда, а? Так. Это не так вычислял. Перезаряжу. Хера себе пушкой. Это что-то новенькое. Остался один враг. Так просто я не умру. Победа наша. 5-6. До смены сторон один раунд. Немножечко. Так, я... Дебиски сыры. Хорошо. Тогда мы берем фантом. Потому что он сильнее будет стрелять потом. Обходит ни хрена. Почему бы нет? Я хочу, чтобы они обосрались конкретно. Ну же, три, два, один, все, погнали, погнали, погнали. Да. Иду. Отметила двоих. Следующий. Я хочу, чтобы они обосрались. Четыре метки. Здесь никого. Страх ослепляет. Переменная устранена. Замать. То есть меня учили когда-то, если ты будешь стрелять прям напрямую, ты нихера не попадешь. Если будешь прям четко идеально, то только тогда. Теперь познаю, что в обходе ждут. Бросаю ранец. Так, я. Черт. На тебя в другую сторону обернулся, туда. Все. Наших положили. А тут же лента просто на одной линии. Раунд со смены сторон. Неплохо. Обидно. Я продолжаю дзитэнджу. Всё. Ты заметил только что это все. Китайская пищица. Прикиньте, сейчас кто-нибудь здесь будет, я просто охренею. Не, я просто хочу поставить, посмотреть. Что будет. Я сейчас скину. Сказал. Непонятно, что о чем они там. Если они сюда запланы пошли. Враг на Б. Один из них где-то здесь рядом. Сука, почему он не уходит? Я пытаюсь уйти, когда в меня стреляют, он не может отодвинуться. Какого фига? Двигня где-то снизу. Один брат. Что? Почему у них рожа закрыта? Есть у кого
пластырь. Я, кажется, палец прищемила. Это было сейчас интересно, да. Хорошо, тогда я иду опять же в обход также. Смотрим, кто кого. Да, сейчас вроде бы интернет нормально работает, ничего такого. Значит, сегодня несколько раундов, поэтому что из этого получится, я уже сказал. Я же не буду смотреть за этим. Тут. Жалко. Что? Я просто в голову целился, что? Ты просто нахер мимо? Это не нафиг. Я прямо в голову целился. Просто с той стороны в голову. Ну как такое может быть? Ну что, у меня пуля вот так вот летала, что да? Херя только с газом. Этого быть не может, сразу. Этого быть не может. Это конкретно бред. Остался один игрок. Опять идет с ножом. Остался семь. Вообще ничья. Не умирай. Там. Там. Да, посмотрим. Такое, блин. Под максимальный обход, что можно только. Ограничен. Я вас найду. Я не могу. Сука, там кто-то по-любому не нахер. Видимо. Остался один враг. Медлят только профаны. 87. Короче, противник немножко обсрался. Я пойду с другой стороны, чтобы их немножко обосрать. Сейчас будет, я думаю, просто четко максимально. Выглянули и назад. Ну. А как тут начать? Я забыл. Я вас найду. Отметила двоих. Раздави их. Перезаряжу. Она наверху 100%. Остался один игрок. Просто дикий Анади. Чувак даже ничего не сделал. Ни хера себе твоих сразу, что ли. Остался один игрок. Давай девяточку возьмем сегодня. Зарядка обойдется. Просрал просто. Сейчас 100% ничья будет. А что? 97. Постарайтесь выжить. Да, не знаете как? Я объясню.
Я забираю здоровенную пушку. Ух ты. Чёрт, я не могу найти, где начать нажимать. Перезаряжаю. Турель уничтожена. Осторожно. Только в последний раз увидел, что они наверху. Чёрт, я не могу вспомнить, где начать нажимать, что за хрень. Нету клавиш. Займ же опять. Икс. Ну там вред. Простите, но я напомню тебя. Остался один игрок. Черт, я не помню, как нажимать на чат. Что за фигня? Да. Пробудившись ото сна, мы попадаем в следующий. А ты нажимаешь, ничего не происходит. Юми. Здесь. Г. Н-Ж-Г-О. Зарядов нет. Нужна пушка. Пленных. Черт, ничего нет. Ничего не могу сделать, пацаны. Что? Так. Управление чатом как? Следующий. Чат. Алло. Враг на базе защитников. Меня убили. Нас. Твою мать. Я же писал когда-то чат, что за фигня. Сейчас меня увидит такая убитая лежит. Остался один враг. Все чисто за меня будет. Нет, десяточку забрадовался. Я не могу найти чат, что за фигня. Все просто. Да, посмотрим. Хреново. Это бред. Не грузись. Это моя работа. Ну это просто бред какой-то реально. Отметил одного. Здесь! Заряд здесь! Враг на А. Это ж. Начинаем тузо! Зарядов нет. Черт. Агент со спайк. Спайк на А.
Не верните, со спайками все убиты, что? Прикончила. Спайк у меня. Что за херобовина там происходит? Наш агент со Спайк убит. Спайк на А. Остался один враг. Хватит лагать уже, а? Остался один игрок. Сразу. Плач. Девятка. Да. Обидно немножко. Я взрываю лучше всех. Все схвачено. Абсолютно у меня готов. Неплохо. Забыл. Пока я... Что за фигня? Вынесем их. Перезаряжай. Либо я настолько тупой. Вижу врага на мине. Граната! Что происходит? Перезаряжай. Враг на Б. Чао! Агент со Спайк убит. Спайк на меня. Патрон забыл. Враг на Б. Перезаряжай. Раздави их. Отчет пошел! Остался один игрок. Сразу начали вычислять, ну блин, 10-10. Может показаться, что они спокойны. Это просто обидно. Выдают их. Вообще ничего. Альт, это присест. Сотрел, альт. Что за хрень? Зарядов нет. За дело. Нужна пушка. Где же вы? Это полная хрена, цель не понял. Перезаряжаем. Сейчас рванет. Пока. Кто из них? Ну, держитесь. Вот так вот. Существо. Медик убит. Перезаряжу. Страх ослепляет. Мы сейчас спокойно дохнем. Один игрок. Граната! Их двое, твою мать. Этот со спайком пытается успеть. 11-10, извините. Это просто, если сейчас победу заберем, куда это будет реально ничья. Не забывайте о том, что сработало раньше. Хорошо, я забираю спайк. А я надеюсь, знаю, как нажимать на спайк. Установить спайк. F. Ну да. По-другому тут нужна нельзя. Пушка. Бросаю ранец. Там фигня полна. Группа врагов на Б. Где же вы?
Хорошо. Я ставлю турель. Черт, турель вынесли. Ах, Беави. Я пришла, да, пожалуй. Остался один идиот. Идиот. 10-15. Матч пойнт. Смотрите врагу в глаза. Так легче попасть. Okay. Иногда просто смешные моменты происходят. Это реально хорошо, что за бредно. Я пацана встану переговорить, давайте, братан, ну чё? Мне просто надо, но надо. Начинаем. Я, пожалуй, нахер сверху пойду посмотрим, что у нас там. Идеально. Идеальная победа. Блин, нафиг. Там что, мы заколебали Рэм? Я буду последним, что они увидят перед смертью. Счастливчики. Спайк у вас. Хорошо. Спайк на 4 нажать. Хорошо, я понял. Спасибо на намек. Страхи их выдают. Пробил просто. Ослеплю их. Где же вы? Граната! Плати их, кошмар! Отметила одного. Спайк. Всего хорошего. Спайк установлен. Одного нашли. Зараза. Перезаряжу. Вот это. Перезаряжу. Остался один раз. Не убьешь моих союзников. Победа 13-12. Решающий раунд. Овертайм. Это я обожаю просто. Овертайм, это просто супер. Я реально хочу сделать. Может быть. Сделано несколько каток сделать для недельки. Мне кажется, это было бы идеально. По две катки долбануть. Ну где же вы? Что думаете? Я думаю, было бы топово. А как я иду? Скотина выслеживает всех. Установлен. Слежу за точкой. Что же это? Умри. Было бы смешно, если бы кто-то сейчас отсюда вышел. Нашел.
Остался один игрок. Твою мать, там все сдохли. Блин. Остался один враг. Прям никак не смешно. Победа защитников. Это просто гениально. Что за черт? И вот это просто были две лучшие бабы на экипе. Так, ваш прогресс на тот матч не был сохранен. С правильного, я понял. Спасибо. Так, внимание, мне нужно сейчас найти это долбанное. Я ищу, чат. Как его врубить? Я не понимаю. Настройки. Управление. Радио команды общие. Так, радио команды. Что? Ладно, ребята, я уйду на паузу, сам пошло. Короче говоря, я так и не нашел где чат. Блин, что за фигня? Что за черт? Серьезно, что? Ладно, сейчас мы выберем какой-нибудь другой город и начнем гибнуть. Как меня это бесит просто 4 часа. Бана по себе. Да, пацаны, честно говоря, это уже наступил следующий день. Как-то, честно, не очень приятно то, что я опять как всегда вылетел, а это то самое, что... Да ладно. Так, я не понял, что за лаги такие, да? Хреново. Всякий пинг. Охренительно просто. Судя по всему, меня сегодня выкинут. Ну это просто капец какой-то реальный. Дым на позиции. Вся херенная, не знаю, что говорить. Что происходит? Заклинил, капец. Ладно, если сейчас будет все нормально, то тогда будет отлично. Но что? Убил. Я даже посмотреть ничего не могу спокойно. Что за нафиг? Алло. Это капец просто. Что? Все зависит конкретно. Что за фигня? Остался один враг. Что творишь? Это просто жесть. Что? Протеина, по-моему. Чёрт, я просто в офиге реально. Что вообще происходит? Ай, ладно, проехали. Так, опять высокие пинги. Замечательно, посыпачу. Это просто следующий день. Иду на точку А. Что за черт? А, то все как кинул, все уже. Ушла полна жопа. Молодец, окей. Алло.
цель. Просто очень же ступеньки. Это просто капец. Это что за хрень? Что происходит? Алло? Раздави их. Алло? Игроля? Наш агент со мертв. Спайк на Б. Что за нафиг? Ничего, камп залез просто в жопу. Остался один игрок. Я не понимаю, что происходит. Кайо у них сильный, но пуля сильнее. Я очень жестко просрал. Нужно оружие. Нужно оружие. Смотрите. За хрень. Сейчас, секунду. Не знаю, это какая-то полная фигня. После связь просто дерьмо. Атаку. Это капец. Уязвимы. Но мы выигрываем, это очень странно. FPS не падает, все в полном порядке. Происходит вообще. Что за черт? И за каждое движение просто ничего не могу поделать. Что за хрень? Он не знает, что происходит, но очень странно все это. Как-то. Остался один брат. Что? Знаете, что стало интересно? Что если я сейчас возьму вот так вот? Освежать модемку. Может, так лучше будет связь работать. Я просто не знаю. Сейчас что-нибудь придумаю. Это капец. Ну что, ребят, это следующий день, это просто капец, я не знаю, что происходит, но сегодня я запустил Valorant и нет ни хрена никакой связи. Пинг у меня просто превышается за хер знает сколько. Он опять почему-то минуту ищет, это он просто очень слабо. Я не знаю, то ли мне косарь нужно положить, то ли еще что-то. Это просто капец. Я уже несколько обновлений пережил в этой игрухе.
пока не играл. Найден. Это просто жесть. Что происходит, я не помню. Icebox, окей, какая разница? Сейчас будет писать опять всю хипик. Будет реально вообще не смешно. Но я видел, что у некоторых вебоины просто именно зеленые на всю катушку. Просто идеально. Никакого лага там ничего нет. У них просто зеленая. Полоса полная. Недобанный модель, у которого твоя мать красная до последнего. Так, кстати, кто там писал в чате о том, что минус Сейдж, вот эта вся фигня. Дело в том, что Сейдж, она же восстанавливает противника в нас. То есть, допустим, я сдох, и она подбегает, меня восстанавливает и бежит дальше. Я продолжу воевать. И тут мне этого очень не хватает. Поэтому Сейдж пишет, что минус Сейдж. Ну... И что теперь? Спокойно. Я все продумала. Я готов. Пипец. Что ж. Проверим на практике. Нужна пушка. И вся фигня так и осталась. Я не понимаю, как это работает. Это очень странно. Вот опять звезда. Что за фигня? Сейчас откроется, будем заходить. Смотрим в оба. Отметила двоих. Там. Враг на... Спайк установлен. Остался один игрок. Прикончила. Перезарядка, как ты мне бесишь уже, реально. Сама справлюсь. Прикройте незащищенные углы. Я захожу сверху. Вот обо все в порядке. Отметила одного. Враг на миде. Там. Спайк установлен. Спи. Один враг. Вижу врага на Б. Спайк
Наконец-то! Нам удалось раскрыть их план. Нет. Смотри, какая там очень интересная. Вот это прикол, кстати. Ты честно можешь следить за всем. Здесь! Здесь! Мы должны здесь добиться превосходства. Здесь! Зарядов нет! Зарядов нет! Ребята побежали, я остался туда, опять высокие пинги. Это мне не очень нравится. Так, двое-трое, все там побежали. Спайк на Б. Прах к праху. Остался один игрок. Остался один враг. Тридцать секунд. Десять секунд. Перезарядка сраная. Рейс, я тобой восхищаюсь. Ты совершенно не боишься сеять хаос. Я тогда зайду сверху и... Сейчас мы лучше кого. Капец, пацаны, взял не знаю. Где же вы? Раздави их. Взять их. Враг на Б. Раздави их. Спайк установлен. Хорошая попытка. Шутки кончились! Вам конец! Перезаряжаю. Перезаряжаю. Враг на Б! Граната! Остался один враг. Я помогу. На взводе. Идем. У нас еще полно дел. Сейчас было лучше в стороне. Да, он вообще попал. Все зачем? Так, я, наверное, сейчас буду прятаться. Наверное. Когда-нибудь вот так вот. Посмотрим, насколько быстро я сдохну. Вижу
Вижу врага на Б. Спи спокойно. Спайк установлен. Остался один враг. Бросаю ранец. Клатч. Три. Блин, блин, нужно поднимать ранец, это уже не смешно. Ну, конечно. Самое простое, это когда мне будет нажать на кнопочку X. Это нам удается с линзы. Тогда будет ваша мухимора. Нужна пушка. Отсчет пошел! Спайк установлен. Бежать некуда! Ну все, я разозлился. Остался один враг. Штука сон. Всего за секунду он может обернуться. Я попробую с этой пушки. Исцеляю. Разрядка, как нам уж без правил. Спасаться бегством. Ади, за дело. Я чувствую их страхи. Там. Там. Перезаряжу. Отметил одного. Враг на миде. Спайк на миде. Враг на... Перезаряжай. Страх ослепляет. А-а-а!
Помнишь, кстати, патронов ни хрена не было. Это очень обидно. Он хорош. Только мне интересно, что это за пушка. Нет зарядов. А, что, в бикини? А, пинки. В бикини. Так, вот это вау, кстати. Это у нас кто? А, да ладно. Раньше. Спайк установлен. Рахим. Воу. Что? Вот это стиль, кстати. Это большой стиль. Клатч. Я к этому готовилась. Да ну нафиг, 4-4, хорошо, неплохо. Я ясно. Наверное, уже точно пойду в обход, потому что рано становится не свежим. Там кто кого? Бежим. Бегите. Они закрывают карту. Это очень плохо. Группа врагов на Б. Остался один враг. Я начну клинить просто жестко. Да, ну твою мать. Четыре. Да. Если умру, не горюйте. Жен. Рада познакомиться и... Обеда наша сегодня будет. Если еще возьмем, то будет вообще супер. Там. Там. Раз, два, три. Нам сделали небольшие метки. Надеюсь, быть полным парады. Я прям что-то очкую так. Пока! Перезаряжу. Что за лаги такие-то, а? Меня просто дико клинит. Установлен. Остался один враг. Это было что-то важное? Это не он. Не понял. Ты, конечно, что надо. Интересно, что люди с ней отсюда бы нашли. Женя, мне просто крайне интересно стало. Что будет, если она начнет отсюда, когда он начал оператора возьму. Остался один враг. Спайк установлен.
если хочешь. Погонять чуть-чуть. Снайперка. Встал сзади. А где он? Где он? Мертв. Я ухожу. Сцена 4. Трешку забрали. До смены сторон один раунд. Лучше снайперка. Да, сами. Нужно все потратить. А сейчас буду отсюда просто падать всех подряд нафиг. Тут оружие! Они вообще никакие! Давай со мной. Пойдем дальше. Перезаряжаю! Что? Одному патрону будем херачить. Остался. Сдаваться, посмотрели. Выполнить свой долг. Что я пропустила? Найдите ее. Но все, нет заряда. Больно, наверное. Неплохо. Пошли. Спайк на А. Нет зарядов. Смена сторон. Просто жесть. Я сказал, что будет скучно. Бомбическая. Так вот теперь. Ну что ж, как скажете. Видите, такие перчатки иметь. На два пальца, а вес на задних двух нет. Но это по приколу было бы прикольно. Снесем их. Где же вы? Отметила одного. Остался один враг. Кого-нибудь есть вкусняшки? Я взрываю лучше всех. Все схвачено. Я забираю спектр сразу же. Что? Ну у нее охеренные пушки, твою мать. Я тоже хочу. Да, с дипломом, конечно. Перезаряжу. Где же вы? Вы просто пошли на вход. Да ну нафиг. Как вы там еще решили, они выходят неплохо, неплохо. Красная тактика. Спайк установлен. Да, пацаны. Раздави их. Остался один враг. Что ты за жвачка такая? Нет зарядов. Ну, я где мой грибочек отправляет? Смотри так.
Нифига, не дробовик-то. Помните, оружие всего лишь инструмент. Подключайте мозги. 4. Я вас найду. Достойный противник. Враг на А. Я помогу. Куда мать не заметил? Один враг. Спайк на А. Машина видна. Десять и пять. А нам все равно. У нас просто победа своя. Вы что, прикалываетесь? Не расслабляйтесь. Окей. Взять башню. Ослепимых разведчика. Раз, два, три. Бегите. Отметила одного. Взять их. Страх ослепляет. Смотрите все! Спайк установлен. Один игрок. Вытворен. Ты че попался? А нифига, ребята, вы не доберетесь. Блин. Я верю, а, пикачки. Они будут погребены под грузом своих злодеяний. Я больше не могу мать твою. Серьезно. Вот там на меня пушка. На место. Я их сейчас буду просто начать на всю катушку. Отметила двоих. Это мой любимый трактор. Раздави. Спайк на Б. Там просто мясо полно. Остался один игрок. Один враг. Что? Фигу. С одной пули одна была. Я чё, прикалывался, что? Где же вы? Да, они, кстати, какую-то штуку кидают. 30 секунд. Даже в этом, видимо, всех. Сузуха бегает. Установлен. Противник
будет думать, что Михаил где-то там. Надо будет купить эту штуку и посмотреть, что она делает. Что-то нахерачит что-то. Да, это перемотай дрон. Должна бабок хватить. Я вас найду. А все, все уже. Десяточки наши. Клатч. Клатч. Наша одиннадцать. А теперь мою умение будет готово. Есть. Заряды. Есть. Тормоза. Это что? Кто там? Кипец вам, ребята. Я забираю эту хрень и иду наверх. Так что, всего хорошего. Могу, конечно, по идее, еще записать. Несколько боев. Матчпоинт. От победы нас отделяет лишь один бой. Я отсюда выкинула эту штуку и пошла туда. Пока я обошла сюда, она побежала туда. А, их точно идет. Конкретно. Кукуха. Сдох. Одного нашли. Агент на спайк убит. Спайк на А. Остался один игрок. Сова устранен. Спайк у меня. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Остался один игрок. Блин, я даже не успел ничего сделать. На моих ботов можно положиться. У них сбой всего раз случился. Хорошо. Не жалко того пальца. Что-то надо бота взять. Это просто обидный пипец.
реально жестко. Серия плюс-минус на час точно должна быть. Или почуть-чуть, я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас проигрываем, попадем. Мало, конечно, маловато пацаны. Маловато у нас. Вас 12. Матч пойнт. Окей. Перезаряжаем. Перезаряжу. Вперед! Ну что за хрень? Я не увидел. Шутки кончились! Продолжим, не успели начать. Чего нам ждать на этот раз? Вы заметили закономерности в их стратегии? Спокойствие. По-другому тут нельзя. Бежать некуда! Одного нашли. Перезаряжаю. Спайк установлен. Иге Джелар. Это если что. Давай, мать, все равно доставит. Остался один игрок. Остался один враг. Снова в бой. Я даже не устала. А вы? Слабо спина приняла работу. Команда бегает отлично. Их если бы со мной по пешке гоняли, вот это было бы интересно. Да, интересно. Бегите. Самый быстрый старт, надо спать сразу. Безумец. Обидно. Начинаем тупо! Остался один враг. Неплохо. Остался один игрок. Спайк наш. Чувак просто забрал нафиг. Как же это жарко. Мы
Как же это жарко, ты когда матч уже закончился? Что за черт? Же реально не слышно. Остался один враг. Это подъем интересно. Ну все, я разозлилась. Спайк установлен. Так крайне подъем. Кто-то где-то возможно там. Или здесь. А, победа наша. Победа на ВНС. Нужно бахать. Так у меня ничего нет. Обидно. Так, это получается, мы уже забрали 2 раза победу. Мне кажется, что на этом все. Вчера я забрал одну победу, сегодня или поражение, я не помню. В общем, не важно. У меня там все. Ставьте лайкусики, комментарии и думаешь, можно выйдет еще одна серия. Так, МВП. Первый пропуск, там же крайне интересно, 17 уровень. Наконец-то. 21 опыта. Так, заработанная награда у меня, что там? Так, карточка схемы изменил курс. И так далее. Пропускаем. Отлично. Ну что, на этом все. С вами Запрос. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если вы вправо не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока, друзья.